скажите, какая полагается ответственность за оскорбления в социальных сетях и куда можно с этим вопросом обратиться? Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает ответственность за унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, в том числе содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации. Это предусмотрено статьей 5.61 Кодекса об административных правонарушениях. Право возбуждения дел по названной статье предоставлено должностным лицам органов прокуратуры, куда и следует обращаться гражданам с заявлением. Также необходимо помнить, что в силу статьи 4.5 названного Кодекса Российской Федерации срок исковой давности на привлечение лица к административной ответственности составляет всего 3 месяца со дня совершения. Но при необходимости в соответствии со статьями 12, 151, 152 Гражданского Кодекса Российской Федерации возможна также защита чести и достоинства, а также взыскание морального вреда в судебном порядке. Исковая давность на требования о защите личных неимущественных прав не распространяется.